Всем привет! Сегодня сделаю очень полезное, очень нужное для меня. Я не сомневаюсь, что оно кому-то поможет, кому-то даст подсказку. В общем, погнали! Сегодня будем делать из дерева. Как всегда, рано поутру сгонял за досками. На этот раз купил уже строганные и отфрезерованные. Цена их, конечно, заоблачная, но в данный момент время дороже денег. В мастерскую сразу не занес, так как они очень длинные. Решил распилить напополам и не корячиться с этими 5-метровыми оглоблями. Разметил по 2,5 метра и с использованием мячика распилил их лобзиком. Теперь можно и занести. Разметил 3 отрезка по 1,40 м. На торцевой пиле в 2 захода распилил намеченные доски. Три отрезка сложил в ряд и пошел за бруском 30 на 30. Размечаю от всех краев по 5 сантиметров и по угольнику провожу линии. В размеры своих отметок напилил этот брусок. Засверлился и черными саморезами стянул напиленную рамку. Уложив на разметке рамку, прикрутил ее напрочь саморезами, частотой 10-15 сантиметров. Все это дело зашлифовал мелкой наждачкой. С помощью той же торцовки напластал 4 отрезка длиной в 50 сантиметров. Черными саморезами, прислонив торцами к уже готовому щиту, все прикрутил на совесть. И так с двух сторон. Из бруска 30 на 30 выпилил 2 отрезка по 28 сантиметров и прикрутил их посередине 50-сантиметрового отрезка, который будет служить для стяжки двух отрезков вместе и упора дополнительных досок. Снял размер между ножек, напилил и прикрутил две доски в виде распорки. Очень тщательно все прикрутил и стянул. Люфта нет даже в 0,5 миллиметра. Горелкой газовой обжег всю конструкцию и напоследок покрыл акриловым лаком. Сделал я ремонт в холодном своем коридоре. Тут был вообще бардак, теперь здесь такой ремонтик. Я решил сделать его в стиле вот таком стиле. Эти лавочки здесь прям само то. Если сегодняшнее видео было полезным, подписывайтесь. Лайки, комментарии, пожелания. Всем пока-пока, до скорой самоделки.